Свой профессиональный праздник работники Оренбургского регионального отделения фонда социального страхования отметили не только трудовыми, но и спортивными достижениями. Уже четвертый год все без исключения сотрудники фонда вместе с семьями принимают участие в спартакиаде. Соревнуются в силе и ловкости. За состязаниями наблюдала наша съемочная группа. Спортивная площадка в Зауральной роще заполнена до отказа. Настроение праздничное и погода тоже праздничная. Перед тем, как будет дан старт соревнованиям, коллектив Оренбургского регионального отделения фонда социального страхования подводит итоги работы. Награды получают те, кто внес наибольший вклад в решение социальных задач, а их у фонда немало. Это и сопровождение инвалидов, обеспечение их техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением. Это и поддержка лиц, получивших травмы на производстве и профессиональные заболевания, медицинская, социальная, профессиональная реабилитация этой категории граждан. Это, конечно же, главное, чем занимается фонд социального страхования, это вопросы, связанные с выплатой пособий, связанные с материнством и детством. Программа спартакиады разнообразная. Здесь и игровые виды спорта, и индивидуальные зачеты. Шашки для тех, кто любит подумать и поразмыслить над сложной комбинацией. Дартс дает возможность продемонстрировать свою меткость. Футбол – состязание для быстрых и выносливых. Хорошей погоды, хорошего настроения, победы, конечно, во всех видах, которые вот они сегодня запланировали. Особой популярностью у сотрудников фонда пользуются семейные старты. Многие приходят на праздник со своими детьми, которые с удовольствием, наравне со взрослыми, участвуют в эстафетах. Мне здесь очень нравится. Мы принимаем участие в семейных соревнованиях, вот футбол играем, очень весело здесь, можно попробовать разные виды спорта. Очень весело, очень заводит, и как бы мы сближаемся все вместе, чувство локтя, так сказать. Спорт и труд рядом идут – это любимая поговорка специалистов фонда социального страхования. Они уверены, что физические нагрузки самым наилучшим образом помогают в работе и дают отличный заряд бодрости на целый год до следующей спартакиады.